Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников Сидо Юкао. Японский художник. Данных просто очень мало. Вот все, что я нашел. Сидо Юкао родился в Окаяме и учился у Судзуки Синена. Был известен главным образом как художник и гравер биджинга. Это изображение красивых женщин. Художественная деятельность художника была сосредоточена, в частности, на создании картин на висячих свитках, как кэдзику. Но за пределами Японии он наиболее известен впечатляющей серией гравюр «100 красавиц», изображающих современные и древние манеры и обычаи. Все данные, которые мне удалось найти о японском художнике Сидо Юкао. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.